Здравствуйте, дорогие зрители. Есть такой концепт, называется он башня. Башня до самого, что ни на есть, космоса. То есть вот достигает таких высот, где уже, собственно говоря, воздуха нет, там, где настоящий космос. Ну вот сейчас давайте попробуем построить такого рода башню из доступного материала, который у нас есть. Ну, бетон, гранит, сталь, ну, что-то такое. Ну, я понимаю, что вы будете там выдумывать что-нибудь еще, там углеродные нанотрубки, но выдумывайте, флаг вам в руки. Сами посчитайте, потом по моим лекалам. Так, что такое космос, кстати, чтобы мы знали? У нас есть такое понятие – линия Кармана. Не Кармана, а Кармана. Карман. Значит, в честь него названо, судя по фамилии, венгерские ученые. И речь идет вот о чем. Такая высота, на которой для полета самолета, чтобы у него создавалась подъемная сила у крыльев, нужна такая скорость, что с такой скоростью он и так будет спутником Земли. Вот, это линия Кармана, но вот у нас такая вещь условная, у нас она называется 100 километров. В Америке она чуть выше, потому что у них там не километры, у них мили. Вот. Ну и поэтому, кстати, очень интересно, что американские астронавты, тогда они еще, наверное, так не назывались, назывались просто летчиками, пилотами. Американские пилоты, значит, поднимались на высоты, соответствующие вот эти, больше даже 100 километров. Но по их понятиям они линии Кармана не пересекали. Это были ракетопланы. И вот даже подъем такого ракетоплана показан в фильме «Человек на Луне». Это такой фильм, ну, как бы сказать-то, основан на реальных событиях, да, про подготовку и полет первых людей на Луну, да, вот, первых людей на Луну, Аполлон-11, да. Ладно, прям мурашки по коже побежали. 69-й год, но есть люди, которые не верят, не летают. Как они говорят, как вы можете, образованный человек, верить, что американцы были на Луне? Ну ладно, а теперь мы, вот образованный человек, сейчас с вами рассмотрит вариант построения, значит, сооружения. Значит, имейте в виду, что высоту постройки, в том числе высота вулканической постройки, ограничена прочностью пород, из которых она сложена. Понятно. Значит, сейчас будем строить ее. Значит, ну, во-первых, по поводу прочностных характеристик наших замечательных пород, а это вот они такие, я вам сейчас расскажу. Тут нам нужна плотность и, соответственно, что ж, кроме плотности-то, и некую прочность, да, некое напряжение, то есть давление фактически, при котором, значит, эта конструкция будет разрушаться, да, где-то у меня с эти величины были. Ну вот, пожалуйста. Пожалуйста. Так, где же у меня такое есть? Вот она, сталь. По работе главная деталь. Сталь. Плотность. Я буду обозначать буквой КРО. 7850 килограммов на метр кубический. При этом ее, значит, напряжение, при котором она разрушается, говорят так, 450 мегапаскалей, 450 МПА, 450 мегапаскалей. Это вот такое предельное критическое, значит, напряжение в конструкции сигма. Это значит 4,5 на 10 в восьмой степени, правильно посчитал? На 10 в восьмой степени паскаля. Кстати говоря, мы обычно это рассуждаем в атмосферах, то есть килограммах на квадратный сантиметр. Атмосфера это 10 в пятой паскалей, значит, здесь давление получается 4000, так, 4500, да, 4500 килограммов на квадратный сантиметр, 4500 атмосфер по-нашему. Это сталь, в работе главная деталь. Значит, гранит, тоже очень важная порода, гранит, вот, он относительно легкий. Давайте вот плотность его. Плотность вообще меняется от 2500 на кубический метр до 2900. Ну, я возьму, наверное, 2500, чтобы никому обидно не было. Чтобы как будто такой хороший, легкий гранит. Специально отобрали его, да. А то скажут, вот что-то не так делаете. И, кстати, плотность у него, прочность у него очень хорошая. Прочность у него, значит, 4,5. Так, виноват. 3000 мегатонн.
300 мегапаскалей, то есть 3 на 10 восьмой степени паскалей. Вот такая у него, значит, сигма. Сигма. Я, конечно, тут у вас на глазах считать особенно не буду. Я возьму и посчитаю все это дело нормальным образом, да, на компьютере, он мне все посчитает. Так, и теперь бетон. Ну, бетон – замечательная вещь. Бетон – это такая вещь, которая может быть не только бетоном, но и железобетоном. Плотность у него 1800 килограммов на метр кубический. И вот эта самая сигма в этой компании самая маленькая. Самая маленькая сигма – это 100 мегапаскалей, то есть 1 на 10 восьмой степени паскалей. Вот. Вот это вот исходные данные. Значит, будем строить сейчас из него что? Ну, первое, что приходит в голову – конус. Да? Конус, пирамиду, вот что-то такую, какую-то такую конструкцию. Конус будут строить, ничего не поделаешь. Значит, вот у него будет основание конуса. Вот, это тут будет его радиус. Ну, допустим, назову его R0. Да? И вот высота этой пирамиды AH. Да? H. Вот она, пирамидка такая, вот такая вот. Понятное дело, почему пирамида. Потому что если я построю цилиндр, то он будет уже просто давить. Давить на него вот. А так вот поменьше. Чем выше, тем меньше, 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 меньше. Очень удачная конструкция. Вот вы знаете, пирамиды египетские так построены. В принципе, очень похоже строились, так сказать, зиккураты в Вавилоне. Такие вот, чтобы там на вершине, там, значит, ночевала всегда жрица. Чтобы, если Богу захочется, он спустился и жрица родила. Вот, и были такие жрицы, которые рожали от священного брака, между прочим. Вот такой вот был рожден от священного брака. Ну, то есть, вот ритуально. Может, она там со жрецом, конечно. Но, тем не менее, ритуал есть ритуал. Вот. Я понимаю, что площадь основания πr0 квадрат. И при вот этой высоте, я даже знаю, как посчитать суммарную массу. Я знаю, как посчитать, умножить на h и разделить на 3. Это будет объем этого конуса. Но я хочу кое-какие вычисления сделать. Интегральчик посчитаю. И получу тот самый ответ, который нужен. Потому что вот он объем конуса. Это получается такое будет 1 треть. πr0 квадрат, площадь основания, умножить на h. Ну и массу умножу на ρ, уже, ну все такое прочее. Погодите, не спешите. Это достаточно интересный, развлекательный процесс. Сейчас посчитаем интегральчик. Дело в том, что на самом деле коническая постройка не самая оптимальная в смысле получения высоты. Сейчас будем ее считать, как положено. Значит, вот у нас конус. Я так вот сечение напишу. Вот он конус. Да, вот он конус. Тут у нас, значит, размер его, вот это вот R0. Это вот радиус его, да? Тут вот высота его, h, вообще-то h. Ну и как меняется с высотой ширина его, да? Вот на какой-то высоте, вот она, ширина его r от h. Какова она? Интересно, 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 интересно. Какова же там высота? Она будет постоянно меняться. Она, то есть каков тут радиус? Она будет все время уменьшаться. Вот в зависимости вот от этого вот угла. Да? Как там это называется-то? Значит, вот оно, что у нас тут есть. Это у меня h. Так. А вот это вот у меня, значит, r0 минус r от h. Да? Правильно? Правильно, правильно, конечно, правильно. Так, ну и сейчас мы вот посчитаем, тут соотношение есть. А соотношение такое, h делить на r0. Это вот такой вот большущий треугольник. Вот, вот этот вот треугольничек. Вот этот треугольник. А это вот подобный ему треугольник. Так, что там будет? h делить на r0 минус r от h. Да, вот так вот. Вот, вот сейчас мы посчитаем, как он будет потихонечку меняться, да? Ну что ж, посчитаем, так посчитаем. Значит, r0 минус rh, r от h равняется hr0 делить на h. Да. И вот у нас выходит r от h уменьшается с высотой, значит, r0, а тут будет единица минус h делить на h. Все. Нашел эту величину.
Понятно. И вот каждый следующий слой, который высотой дельта DH, маленькая такой высота, имеет площадь. Вот площадь этого слоя будет чему равняться? P R от H в квадрате. Сейчас мы проинтегрируем и получим суммарный объем этой пирамиды и, соответственно, давление получим. Да? Так, ну поехали считать. Значит, интеграл от 0 до H. Что тут у нас? Площадь каждого слоя. π. И вот на вот это вот в квадрате. Значит, R0 квадрат. Единица минус H делить на H в квадрате. Так? В квадрате, да, оно. Вот это просто в квадрат возвел. Так, что еще? dH, это я по нему буду интегрировать. Это будет объем. Не забуду я его еще умножить на что? На плотность, на ρ. Ну, на что бы еще умножить? На g умножу. Это получу силу тяжести. И разделю на S0, на площадь основания. π, r0 квадрат. Да? Вот на него разделю. Это получится давление на основание, да? И вот это вот давление должно быть обязательно не больше, чем меньше или равно вот при прочности предельной, сигма. Вот записал я эту формулу, да? Так, ну что, у меня тут есть красный. Красный есть он, работает еще. Красный фломастер. Я буду им сокращение делать. Значит, вот это вот сокращу и вот это сокращу. Так, что у меня тут получилось? Так, это получалось килограммы метры. Килограммы метры в секунду в квадрате. И делить на метры кубические. Да? Получится это ньютон на квадратный метр это или нет? Так, давайте где-нибудь я сейчас напишу килограммы на метры кубические. На метры на секунду в квадрате. Так, так. Это должно получиться ньютона, килограмма метр делить на секунду в квадрате. Так, что-то... килограмма метр. Что-то у меня нехорошо. Ну-ка, я сейчас проверю это. Роже. А, вот H еще, метр еще один выскочит, да. Еще отсюда выскакивает у меня квадратный метр. Вот отсюда выскочит у меня кто? Значит, метр кубический выскочит. Так, вот еще метр кубический выскочит. И получится. Получится сила, да, сила. Да, сила получается. Нет, тут выскочит у меня, кто же выскочит-то? Пьер. Нет, выскочит у меня не кубический метр, просто метр выскочит. Метр выскакивает, и получается килограмм и метр, секунду в квадрате делить на квадратный метр. Да, получается Паскали. Все хорошо. Я на правильном пути и буду по нем идти, как говорил Горбачев. Мы стоим на правильном пути. И будем по нем идти. Так, интеграл осталось мне взять. Ну что, возьму интеграл. Вот интегральчик. Ро, же. Так, вот это я внесу под сюда. H еще умножу на H. H. Интеграл от 0 до H. Что тут единица? Минус H делить на H в квадрате. А тут, значит, будет дифференциал. Вот D. От h делить на h. Беру интеграл по всем правилам искусства. Искусство. Правила искусства. Да, ро, же, h. Ро, же, h. И вот он по правилам искусства взятый интеграл. Единица минус h делить на h. Так, это в какой степени будет? В третьей степени. Делить на 3. И палочкой Ньютона-Лейбница от 0 до h. В нуле это будет единица здесь, да? А на h это будет так. Только тут надо еще сказать, что тут кто у нас? Минус выскочил. И минус выскочил, да. В нуле единичка, наверху нолик. Ну и вот вам ответ. Ро, же, h делить на 3. Все, это должно быть меньше или равно сигма. Ну или равно сигма предельная. Отсюда легко посчитать нам предельную высоту. Высота равняется 3 сигма делить на ро и на же. Же ускорение свободного падения. Я использовал 9,81. Сейчас познакомлю вас с результатами. Результаты для вот такой вот пирамидальной конструкции. Кстати, обратите внимание, эта пирамида не зависит от угла наклона.
все равно будет все так же происходить, не зависит от угла наклона, ну или конуса. Так, сейчас где-то у меня результаты тут были записаны. Где-то были результаты, результаты. Так, бетон. Какова предельная высота? Бетон. Бидон. 17 км. Гранит. Так, это, да, это я написать-то написал. А отсюда же можно аж посчитать. А, ну да, вот оно аж. Так, все. А я думал, что пичкой славишь какой. Гранит. Гранит 36,7 км. И сталь. В работе главная деталь, напоминаю вам. Всего-то навсего 17,5 км. Видите, как интересно-то? Она гораздо тяжелее 7,8, чем бетон. Поэтому, несмотря на то, что она гораздо прочнее, значит, конструкция не получается существенно выше, чем бетон. А вот гранит дает хороший результат в силу того, что он прочный, ну и относительно легкий. Да? Он, конечно, менее прочный, чем сталь, но тем не менее. Теперь, значит, что хочу сказать. Это сплошная конструкция. Ну, что, кто будет строить сплошную конструкцию? Конечно, если вы сделаете некую конструкцию пустотную, да, как-то так свяжете конструкцию, это уже надо звать кого-то, чтобы считал нам, рассчитывал ферму вот эту пустотелую. Ну, скажем, сделали наполнение 1 к 10, да, то есть 1 десятая объема, это занимает сама конструкция, а все остальное воздух. Значит, в 10 раз выше. То, что плотность получается средняя, получается в 10 раз меньше. Сделали, сделали, поехали. Только другое дело, что тут вопрос будет звучать так, это очень оптимистично такое, а вы сумеете сделать прочность такой же пустотелой конструкции? Нет? Это вопрос такой, это все, это такой некий предел, к которому искусники будут стремиться. Они говорят, а вот мы сделаем сейчас пустотелую конструкцию трубчатую, и она будет иметь... Значит, неплохую прочность. Да? Ну да, она действительно будет неплохую прочность иметь. Лучше, чем если вы сделали просто такого же сечения. Вот из металла взяли бы палку. Да, труба будет лучше иметь прочность вот, при нагружении. Да? Или какая-нибудь ферма. Но все равно. Вот ориентируйтесь на это. Ну, увеличить 10 раз Unreal. Да? Знаете, такое слово ученый. Теперь, значит, вернемся к нашим расчетам. Я принимал, что у меня вот таким образом, давайте красным карандашом обведу, вот таким вот образом меняется радиус в зависимости от высоты конструкции. Ну, я так считал, я так подумал. Ну, пусть линейно меняется. А если он будет меняться нелинейно, знаете, такие конструкции, такие вот взлетающие, я бы сказал. Сейчас еще. Я сюда вернусь, буду еще тут рисовать. А то пока мы сейчас конструкцию такую нарисуем, взлетающую, вот, вот такая она, так жик, жик, вот она такая вот жик-жик конструкция, да? О, как тут быть? Вот она такая, она все время меняется, да? Вот это вот у нее начальное какая-то тут, значит, основание, радиус, да, вот R0. А тут он совсем маленький, минимальный, R минимальный. Может быть, даже 1 метр. Так, чтобы только встать и поглядеть, сказать «Ма!» И я на вершине. Как в том фильме 40-х годов. Потом бабах, и Газгольдер взорвался. «Ма!» – я на вершине. Самое эффектное, так сказать, киносмерть до сих пор считается. Кстати говоря, вот. А это вот та самая высота H. Которые есть. И вот, чтобы побольше была высота-то, да? Ну да, как вот, тут ну, много всяких можно придумать способов, как это меняться будет. Давайте такой самый радикальный. По экспоненте будем уменьшать. А? Как вам? По экспоненте. Экспоненты будем считать. Значит, будет у нас радиус меняться следующим образом. R0. На E в степени минус K. Минус K. Умножить на h маленькое, вот такое вот, да? K на h маленькое. Теперь, что касается K, что будет с этим делать K? С этим делать K достаточно просто. Нам надо понять, чтобы вот это вот на высоте h, e в степени минус k h,
чтобы, значит, радиус был, вот, чтобы радиус был R минимальный, тот самый, который мы хотим. Ну, скажем, 1 метр. Отсюда мораль очень простая. E в степени k h равняется R0 делить на R минимальное. Ну, понимаете, я это перенес направо, это налево, и вот оно получается. Значит, k h это будет натуральный логарифм R0 на R минимальное. И делить на чего? На высоту, на h. Вот такой k. Вот. Ну, мы посмотрим. Ну, можно, скажем, рассчитывать, что вот это будет там в 1000 раз больше, чем наверху. То есть, если там наверху, значит, радиус метр, а тут у нас тогда километр. Или, например, 10 тысяч. Там у нас метр, а тут у нас 10 километров радиус. Или, например, вообще такие вот московские масштабы. 100 километров здесь. Ну, а там по-прежнему 1 метр в 100 тысяч раз, да? Ну, это от этого логарифм будет меняться, естественно. Меняться будет логарифм. Ну, где-то он, тут даже я где-то вот переписал этот несчастный логарифм. Да, ну вот он. Все зависит от логарифма. Значит, логарифм натуралис от 1000. Это будет 6,91. От 10 тысяч. От 10 в четвертой, скажем так. Это будет 9,21. И логарифм натуралис от 100 тысяч, от 10 в пятой, это будет 11,51, что ли, 11,51. Да? Каждый раз увеличивается на 2,3. Да? 2,3 каждый раз увеличится. Кто забыл, 2,3 это натуральный логарифм 10. Ну, примерно, естественно. Вот, вот имейте в виду. Это я вам сказал, это я вас предупредил. Так, теперь будем сейчас тупо считать этот самый интеграл. Да, пока ты здесь сидел, а я взял вот этот интеграл. Было так написано в туалете в институте, где я учился. Так, вот что нам, собственно, нужно посчитать. Да, вот, эту самую предельную нагрузку, да? Ро, G, так, делить на пи. R0 квадрат. Так, интеграл. Интегрировать. Вообще говоря, от 0 до h надо интегрировать. От 0 до h. Что там под интегралом у нас? Значит, π и квадрат вот этого вот радиуса. Вот этого вот, да? Значит, π, R0 квадрат. И e в степени минус 2kh. Да? Значит, я сразу подставлю 2 логарифма R0 на R минимальное делить на h и умножить на h. И вот по dh буду интегрировать. Все. Так, опять достаю я красную свою, красный фломастер. Красный фломастер достал. И вот это вот сокращаю спокойно. Да, нам осталось только взять интегральчик. Это вот должно быть, ну, предельное напряжение. Предельное напряжение. В смысле напряженного состояния. Так, ну что, интеграл от e в степени, что ли, интегралов не брал? Брал, легко. Значит, что же получается у меня тут? Получается тот самый e в степени минус 2 натуральных логарифма r0 на r минимальное. Так, делить на h, умножить на h. Так, что у меня тут еще выскочило-то? Тут выскакивает еще такая вещь, значит, h. Так, это я ж туда вставлю. Да, делить на 2 натуральных логарифма. Вот этих вот r0 делить на r минимальное. Связался я с этим натуральным логарифмом. Минус единица, естественно, получается. Тут еще появляется. Так, и тут еще вот это вот ρ на g. ρ на g. Вот оно перед ними стоит. Вот это вот, вот оно. Так, ρ на g. И палочка Ньютона-Лейбница от нуля до h. Понятное дело, что в нуле это будет единица. Да? В нуле это единица будет. Гоп-цедрица единица. Так. Она пойдет с плюсом у меня. Так, и получается ρ
G, H делить на два вот этих самых логарифма. Так, R0 на R минимальное. Так, а тут у меня что получается? Единица минус e в степени минус 2 логарифм натуралис r0 на r минимальное на h. Нужно сказать, что h большой будет у нас. Вот это вот логарифм большой у нас. Короче говоря, вот этим членом-то можно было бы пренебречь. Как будто мы построили, в принципе говоря, бесконечной высоты эту вот башню. И вот тут у нас получается еще это. Вот это должно быть сигма равно. Так, сейчас посчитаем отсюда h. Чему получается h равно? Сейчас. Заодно проверим. Формула у меня рожи h. Да, такая же получилась. Все нормально. Значит, я по ней считал. Значит, получается h такой вот. H. 2 сигма. Это прочность предельная. Умножить на вот этот вот логарифм r0 на r минимальное. Так, и делить на. А это двойки так пишут у нас. Так, и делить на ро g. Все. Хватит. Вот, делить на ро g. Естественно, я это все посчитал. И вот сейчас покажу вам табличку. Ну, я показать покажу. Вот, да, вот, я покажу. Так, ну, значит, это был у нас просто конус, да? Конус. Конус. А теперь будет вот эта вот такая соплюшка, вытянутая вверх. Где она у меня соплюшка, вытянутая вверх? Вот она, соплюшка, вытянутая вверх. И вот это вот соотношение, соответственно, 1000. Основание это 10 тысяч и 5 тысяч. Ой, не 5 тысяч, а 10 в пятый. 100 тысяч. Это значит основание КМ, основание. Радиус основания R, основание. КМ, 10 КМ, КМ и 100 КМ. Это радиус основания, 100 КМ. И вот теперь будем считать, какова тут будет высота. Если будем из бетона строить, то вот эту, тут такую вот соплю можно построить высотой 39 километров. Из гранита 84,5. И стальное 40,4. Теперь, значит, вот расширение основания, понятное дело, приводит к увеличению высоты, но не сильно. 52, 112, 53,8. И, наконец, масштабов Московской области. Тут вот граница этого башни будет совсем рядом проходить. От Москвы ничего не останется, куда москвичей девать. А, они будут в основании башни жить. Не знаю, не знаю. Угнездятся они там, охота им. 65, 140 и 67,3. В общем-то говоря, гранитная башня в московских масштабах. Верхушка будет уже за границей Кармана, товарищи! Ну, чтобы с гарантией утереть нос даже американским мечтам про мили. Мили, у них майл. Это вот при границе. Вот это точно будет за, даже американской границей Кармана. Вот. Ну, а стальные бетонные конструкции не дотянут даже в масштабах Московской области. Так, ну, хотите, поиграйте. Поиграйте, знаете, с чем? Это, собственно говоря, это некие игры вокруг матанализа, чтобы вы знали. Поиграйте с разными законами. Может, вам удастся что-то другое построить? А что другое вы построите? Лучше, чем экспоненты, есть что-нибудь? Может быть, степенной закон? Не знаю, попробуйте. Вот они такие башни до небес так можем построить. Вот. Переверну, бумага все заканчивается. Совсем немного бумаги. Большие сложности сейчас становятся с интернетом. Мне прислал один зритель сообщение, что завтра отключат YouTube в понедельник. Кто его отключит, он не написал. То ли наши, то ли иностранные товарищи. Ну, я вот сделал сегодня видео. Значит, там
про Зорге, Менделеева и про себя. А почему тут я не понимаю, да? Это речь идет там вот о чем. О том, что сейчас британская радиовещательная корпорация BBC, она приготовилась, изготовилась, уже начала, вернее, радиовещание на коротких волнах на Российскую Федерацию. Она вещает недолго, но это понятно почему. Потому что, скажем, вот вещательный центр в Венгрии, самый могучий в Европе, у него мощность, вот самого вот этого вот источника, генератора, 2000 киловатт, 2 мегаватта. Это такая вот генераторная лампа, представляете, генераторная лампа, такую себя пропускает мощность. Вот. Ну, то есть это уникальная вещь, но вот они ее подключили. Они подключили. Радиоприемник я купил. Буду предаваться старым нашим добрым советским забавам. Есть забава на Руси, ночью слушать BBC. Вот, ну будем, попробуем, может, что найдем. Пока только BBC предлагает нам на коротких волнах послушать сплетни. BBC-ный. Правда, BBC утверждает, что она на Россию будет передавать почему-то на английском языке. Но, видно, у них уже перевелись дикторы русскоговорящие. Ну, кто там в Лондоне живет из русских? Ну, понятно, Абрамович, да и все эти люди, которые могут этот Лондон купить. Это как письмо Березовского Путину. Вовка, тебя ничем не удивишь, Вовка, я мог купить тебе Париж. Вот такая вот песенка была. Вот. Ну, будут они там диктором нам новости читать, я вас умоляю. Пока найдут они каких-нибудь наших русских ханык, чтобы читать, сколько времени пройдет. Ну вот, а я русских ханык здесь отсюда вам вещаю, рассказываю. Вот буду вещать теперь еще, я провожу вещание на канале, который называется, он также называется Борис Бояшинов и Барсик. Вот Барсик, кстати, ушел на Дне российской науки. Он расположен на площадке под названием Яндекс.Дзен. Вот, ну вот там вот она. Я пытался на Рутубе, но там вот от момента загрузки до момента предъявления зрителям там проходит что-то почти полнедели. Ну это как-то совсем никуда не годится. Зато там можно стримы вести. Если здесь Рутуб закроет, Ютуб закроется, буду на Рутубе стримить. А вот на Яндекс.Дзен показывать вам видео. Кстати, я сейчас там выкладываю на очень популярное видео. И планирую скоро. Ну просто вот может сегодня даже. То есть для вас это будет вчера. Вот, начать туда выгружать свои лекции по математике для тех, кто готовится ЕГЭ сдавать, и по физике. Там 36 полуторачасовых лекций по математике, 36 полуторачасовых лекций по физике. Ну, надеюсь, вы их будете смотреть. Ну, те, кому это нужно, потому что здесь они доступны у меня спонсорам, а спонсорство уже в России запрещено. YouTube запретил. Это не Путин, не Путин, это YouTube запретил. Вот, вот такие вот дела. Ничем нас не удивишь, мы ко всему готовы. В принципе, говорят, был как было раньше. Но жизнь такая становится, как было раньше. Валюту теперь не купишь за границу. Ну, кому-то нужен за границей без валюты. Соответственно, это вопрос такой. Карточки там не работают. Вот, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, какие-нибудь хитрости, тонкости. Я не знаю, всякие перекрутки. Ну, вот как-то так вот. Да и потом там не очень нас пускать, наверное, будут. Раньше не выпускали, теперь просто там не пустят. Иди, иди. Путин отпустил тебя, что ж ты не идешь? На забор закрыто. Ну, тогда получай. Как в кине каком-нибудь. Вот такие вот дела. Внизу есть номер сбербанковской карточки, однако есть номер счета в Сбербанке. Номер сбербанковской карточки у меня сменился, так что вот посылайте мне спокойно деньги на новый счет. Киви-кошелек, Юмани работают, да, все нормально. Кошелек ВКонтакте работает. Вот PayPal, говорят, не работает. Ну, мне туда деньги не приходят, но, говорят, оттуда не отправляют они сюда, на PayPal. А внутри страны тоже нельзя отправлять деньги уже давно. Ну вот, такие вот дела. Ну, подписывайтесь на меня. Читайте, смотрите.
Если вам разрешит быть моим спонсорами, становитесь спонсорами. Может, иностранцев разрешат. Спонсируйте меня. Да, без денег жизнь плохая, не годится никуда. Всего доброго вам. Жду от вас поддержку. До свидания. Очень нужна поддержка, поймите меня правильно. Пока.